В республике реализуют проекты развития общественных территорий, основанных на местных инициативах. Муниципалитеты формируют заявки на участие в конкурсном отборе. Министр сельского хозяйства Сергей Артамонов лично ознакомился с ходом реализации проекта в Аликовском районе. Жители Аликовского района в последнее время особенно активно участвуют в жизни родного района. Вместе с органами власти принимают решения об обустройстве родных сел и деревень и, самое главное, воплощают их в жизнь. И все это благодаря программе инициативного бюджетирования. По этой программе инициативного бюджетирования в этом году из 12 сельских поселений мы реализовали 7 проектов, в том числе и вот этот проект, который здесь находится. А в этом году мы сделали 2 пожарные депо, 2 клуба отремонтировали. Плюс сделали в одном из поселений мест массового отдыха людей с установкой памятника погибшим в Великой Отечественной войне. В этом году мы на эти цели закладывали 1 000 000, а в этом году мы вчера приняли бюджет района на 2018 год, заложили 1,5 миллиона. В среднем на каждое поселение по 165 тысяч рублей. Именно благодаря программе инициативного бюджетирования в деревне Сормовары удалось обустроить небольшой сквер, установить памятник воинам, павшим в Великой Отечественной войне. А в Чувашско-Сорминском сельском поселении построили гараж для пожарной машины. Теперь жители близлежащих деревень спокойны. Случись беда, пожарная команда прибудет на место вовремя. Народ нас понял, поддержал. Строится для пожарной машины всегда была наготове, и зимой, и летом на боевом дежурстве, чтобы стояло. Потому что зимой же машина, если на улице будет стоять, ее же надо горячую воду заливать, прогревать. А это сколько времени займет. А сейчас она, машина будет стоять здесь на месте, постоянно в тепле, она будет постоянно наготове. Потому что пожарники, они у меня, кто я их нанял, они все здесь рядышком живут, все будем постоянно на связи. Собирались с каждого двора по 400 рублей. Ну, большинство жителей отнеслись с пониманием, собрали деньги быстро. Нужно было, потому что в сжатые сроки все это сделать. Нам в этом большую огромную помощь оказали депутаты нашего поселения и старосты. Пожарное депо, оно значимо для поселения. Так спокойнее, когда пожарная машина у нас рядом и постоянно на боевом дежурстве. В следующем году аликовцы хотят реализовать еще один проект по организации сбора мусора. Благо, что инициативных и неравнодушных жителей здесь много.